Федор, добрый день. Сегодня 17 августа 2019 года. Снимаю завершающий видеообзор по изготовлению вашего сруба. На видео у нас пятый колодец, фронтоны. И осталось сегодня Коле дорубить примерно, ну, за полдня они дорубят, остался конек. Два ряда, примерно 2-3 ряда. Вот у нас еще один ряд фронтонов, предыдущая часть. Там у нас дальше идет, плохо на солнце видно, с эркером, то есть завершающая часть второго этажа. Немножко неправильно я сказал, это у нас четвертый колодец, который сейчас в кадре. И будет пятый, где-нибудь здесь рядом поставим, совсем минимальный, с коньковыми бревнами. Буквально два ряда. Что по диаметрам? 26 вершина, 31 комель. Те колодцы уже все зачистили, антисептиком обработали. Осталось обработать этот колодец и небольшой пятый с коньковыми бревнами. Сруб будет готов к отправке. На этом видеообзор завершаю. Спасибо за внимание. До свидания.